Доброе утро, страна! Обычно так я говорил в горах Кавказа, когда путешествовал, вставал рано утром. На данный момент сейчас 8 часов утра. Я решил посидеть на улице, позавтракать, послушать пение соловьев. Вот где-то с левой стороны поет соловей. Не знаю, слышно вам, нет. Приготовил себе кашу овсяную. Какая-то она густая получается. Пожалел молока, видимо. И как обычно, скажу такую фразу. Здравствуйте, друзья! Вас приветствует Алексей Кузнец из Псковской области. Сегодняшнее утро, на удивление, теплое, но ветер немножко холодный. На моей голове татарская шапка, узбеки ее называют, тюбетейка. Она мне нравится тем, что она натуральная, сделана своими руками и куплена она непосредственно в городе Казань, где я был, где снимал ролики. Когда они выйдут, пока еще неизвестно, потому что у меня накопилось очень много материала. А снятый материал надо смонтировать. Здесь я снимаю в деревне много. Когда дойдет очередь, ну, думаю, что в ближайший месяц-два. Овсяная каша с кофе и бутербродами. Вот такой мой утренний завтрак. Сейчас по планам у меня заняться зашивкой фронтона. Высотные работы. У меня леса стоят уже давно. И довольно-таки стрёмно по ним лазить, потому что там могут сложиться. Сейчас поднялся на мансарду и увидел зрелище. Опять же сделано гнездо, и на гнезде на яйцах сидит сойка. На меня смотрит так, я на нее смотрю. Опять я фронтон не смогу зашить. По той причине, что пускай выведет птенцов, и придется чуть позже заниматься фронтоном. А на самом деле у меня работы предостаточно. Сейчас переключусь на что-то другое. Сейчас попробую заснять вам эту самую сойку. Спустился вниз на землю обетованную и хочу напоследок, это по скриптум уже будет, показать природу, которая начинает оживать. Поздняя весна в этом году. Поют соловьи. Схожу сейчас во овраг,
покажу, какие цветы красивые во овраге у меня цветут, весенние. Покажу, как деревья цветут. Так что, поехали. Перед вами цветет черешня. В прошлом году она мне дала попробовать свои красно-желтые ягоды. Здесь многострадальная груша. Ее зайцы погрызли, поэтому она в таком состоянии. Ей 7 лет. Вот та самая мастерская, где я сейчас занимался кровлей. Видите, на кирпичиках. Жду, когда сосед привезет мне полосу. Начинают зеленеть березы. Черемуха уже давно в листу. Сейчас я вам покажу. А вот и черемуха. Полноценный лист уже. Скоро зацветет. Будет холодно. И давайте сейчас сходим все-таки во овраг. Овраг у меня находится вот там. Это опалубка кузницы. Многострадальный. Уже 5-й год. Ждет, когда я залью бетон в нее. Я думаю, получится когда-нибудь это сделать. 30 кубов бетона надо замесить и еще армированный каркас сделать. Овраг, откуда я вытаскивал дрова. Позапрошлым году напиленные. Начинает зацветать черемуха. И сейчас спускаюсь во овраг, где я вам покажу красоту местной природы. Вот так распускается волчья ягода, кусты. Такие бутончики зеленые, красивые. Крапива в соку. Можно, кстати, рвать ее и в суп. Вот эти дрова, видите, у меня напилены. Они уже не подойдут для отопления дома. А вот для костра вполне себе подойдут. Это валежник был распилен и не убран. Этим дровам уже 2,5 года. Это лист рябины. Скоро зацветет и рябина красиво. Вот посмотрите, сколько дров. Вот так ураган развлекается. Сломал толстенную ольху. Причем это ольха черноствольная. Побеги папоротника. Называется орляк. Из него очень вкусный салат. Из верхних частей. Вот где завязи такие. У меня сейчас приготовлено, я пойду нарублю капусту, перемешаю с подсолнечным маслом, солькой и приправами. Очень вкусно. Видите, сколько валежника. Это все надо зачищать. У меня на это времени абсолютно нет. Если бы я здесь постоянно бы жил, а не наездами, а время, когда у меня есть, я бы это все расчистил. Единственная надежда — это на моего зрителя канала, на Петра. Вот это топкое место, видите, да? Я проваливаюсь. Здесь следы лося. И вот впереди, перед вами, вот это желтенькие цветы болотные. И вот так вот вырвало с корнем ольху. Вода стоит сейчас, потом ее не будет. Здесь будет сухо. У меня с водой проблема. Вот эти желтенькие болотные цветы. Очень красиво. На этом месте я хотел выкопать пруд. Вот именно где я проходил. Здесь самое топкое место. Это говорит о том, что здесь вода должна стоять, даже и летом.
И вот это все заболоченное место рядом с моим участком. Видите, все как завалено ветками, деревьями. Видите, болотца. Вот такие весенние цветочки. Я сейчас покажу их очень-очень много. Главное, чтобы эта ольха мне на голову не свалилась, когда буду мимо проходить. Она повалена ураганом. Дятел свою работу знает. И, кстати, здесь у меня много. Даже есть гигантский, гигантских размеров черный дятел. Вот через такие кусты сложно пробираться. Это черемуха. Она заплетает своими ветками все. Как лианы. Вот здесь иногда я вижу, лесу проходит. Вот по этим дебрям аж тропа намята. Мои дети в 17 году видели крупную рысь, которая проходила по опушке. И я вот в той стороне на днях нашел череп кабана, его останки, позвоночник, лопатки. Так что, похоже, эта рысь поохотилась благополучно на кабана небольших размеров. Вода здесь у меня стоячая и какая-то странно мутная. Я не знаю, в честь чего она такая белесая. Вот скажите, как не любить Псковскую область? Здесь столько всего красивого, прекрасного. Конечно, было и в Новгородской области красиво по-своему. Но я больше выбрал Псковскую. Вот такой ручеек вытекает из болотинки. Течет на соседний участок. Ой, сломал. Я тяжелый для этого дерева оказался. И соловьи поют. А это кап, нарост на дереве. Много очень сныти, которая идет с салатой весенней. Вместе с орликом очень вкусно. Попробуйте. На этом видео заканчиваю. Я сейчас выхожу из бурелома и иду в сторону своего дома.